если раньше экономили, раньше была пропаганда экономия воды, экономия ресурсов, экономия света, там люди просто так не горело в комнате, там свет они выключали. Uh-huh. Если, например, вот зубы чистят, они всегда воду выключали. Это вот я помню еще с советского детства, да, когда нам всегда говорили, экономьте воду, экономьте электроэнергию. Сейчас этой пропаганды нет, соответственно, люди нерационально используют. Ты условно даже там умыться, ты там несколько там, условно, 20-30 литров воды ты спускаешь в эту раковину. Uh-huh. Там, условно, в туалет один раз сходил, ты сколько воды уже просто слил. Uh-huh. И эта вся вода безвозвратно уходит, и она не очищается, она все просто вот сливается, а потом эту же воду на поля мы расходуем. Uh-huh.